Больше общения со зрителями, больше активности в социальных сетях – все это в прямом эфире с Натальей Зайченко и Максимом Анаприенко. Нет-нет, это не «Давайте разберемся». Это совершенно новая программа, которая позволит общаться со всеми телезрителями в прямом эфире. Существует программа «Давайте разберемся», ведущей которой я являюсь. Там тоже звонят зрители в прямой эфир, но больше задают вопросы гостю. Здесь же мы хотим, чтобы зрители звонили, не только задавали вопросы гостям, но и высказывали свое мнение, высказывали свою точку зрения. Зрители – активные участники нашего разговора. Разговоры на самые актуальные темы, интересующие не только жителей города, но и области. Подобной программы в запорожском телевидении еще не было. А уникальность нашей программы состоит в том, что сами зрители становятся непосредственными участниками нашего разговора. Вот все вы видите наш новый стол. За той частью стола сидят ведущие и гости. За этой частью стола – это наши зрители. В прямом эфире с полной импровизацией, без суфлеров и подготовки, чтобы каждый зритель смог стать активным участником диалога с ведущими и гостем. Где-то мы будем о каких-то вещах говорить несерьезно, где-то это будут достаточно глубинные такие аналитические темы. Это то, что в телевидении называется форматом инфотеймента, да, информационного развлечения. Все телезрители без цензуры смогут задать вопросы в социальных сетях или позвонить в студию. Это будут и как известные запорожцам люди, и как неизвестные, но интересные. Мы будем следить за соцсетями, за мнениями наших зрителей в соцсетях и приглашать их в студию. Мы будем приглашать сотрудников нашего телеканала на разговор на ту или иную тему. Очень, очень широкое поле, никаких ограничений. До премьерного эфира программы осталось меньше 2 часов. Первыми гостями станут Анна Редько и Юрий Юрченко. А разговор пойдет о новом национальном рекорде телеканала ТВ5. Ведущие программы «Разговор» к эфиру уже готовы. Осталась одна просьба к зрителям. Я хотел попросить, чтобы они поддержали наш разговор и стали его активным участником. Не забывайте, включайте ваш любимый телеканал ТВ5 по понедельникам, средам и пятницам в 21:15 в прямом эфире «Наш разговор». Диана Клочко, Константин Грушко, ТВ5.